Московский театральный режиссер Анна Куликова занялась короткометражным кино во время самоизоляции. Дебютный фильм «Пять дней» снимали и монтировали 3 недели на общественных началах. Получилось 4 минуты о том, как человек пытается выжить во время эпидемии. Короткометражка попала в конкурсную программу Самарского фестиваля независимого кино. Размышления на тему, что будет, если эпидемия поглотит нас. Это основная интрига, спасет ли любовь главного героя. Я очень благодарна этому фестивалю и организаторам, потому что это действительно очень хорошая возможность для начинающих режиссеров показать себя и двигаться дальше, зарядившись этой энергией. За главный приз – «Золотую пиццу», символ любительского кинематографа, сражались более 150 режиссеров из России, ближнего зарубежья, Испании, Италии, Ирана. Подать заявку мог любой желающий старше 16 лет без специального образования. Нас очень радует то, что мы вместе, то, что мы можем, имеем возможность молодым авторам дать возможность, простите за тавтологию, на большом экране показать свои фильмы, ну, скажем, любительские фильмы, да, потому что у нас основной контингент – основные авторы – это начинающие режиссеры, которые делают первые шаги. Качество поступающих фильмов на фестиваль растет совершенно точно. Количество номинаций увеличивается. Это все говорит о том, что фестиваль развивается. А это главное для нас важно, потому что мы понимаем, что это все не зря, что это нужно, что те зерна, которые были изначально брошены, они попали на благодатную почву. Победители и лауреаты определялись в нескольких номинациях – игровое, экспериментальное и документальное кино, а также музыкальные клипы. Мы наблюдаем следующую тенденцию, да, что стирается грань между регионами и столицей. И фактически, если у тебя есть классные, интересные идеи, здоровый запал креатива, быстрый интернет и мощная техника, то ты можешь создать очень-очень качественный контент, представить его на высоком уровне, быть может, даже победить на кинофестивале. Отдельно призы получили фильмы из категории «Карантинное кино» о пандемии коронавируса. Вне конкурса шли 13 картин в жанре ужасы и триллеры. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.